Шумный сосед. Хорошая книга, хорошая книга. Так интересно. Кто здесь? Мой новый сосед? Отлично! Теперь у меня будет новый друг. В чем дело? Откуда идет этот шум? Мой новый сосед обустраивает новый дом. Ну ладно. А я пока спокойно посплю. Эй, новосел, не переходи черту! Так-то лучше. Если ты не прекратишь, я сообщу об этом нашему мэру Эпсилону! Я больше этого не вынесу! Иногда приходится применять суровые методы с некоторыми субъектами. Капкан, Ласка, давайте скорее сюда! Он там! Слышите его? Что слышим? Капкан, ты что-нибудь слышишь? Нет! Этого не может быть! Слушайте внимательнее! Тук-тук-тук! Слышите? Он такой шумный, это жутко раздражает! Сбейте его! Кого сбить? Типа, который производит этот звук, разве не слышали? Ты сам произвел этот звук? Смотрите! Теперь вы сами видите, я не шутил! Что за удивительный ритм? Удивительный, да, но это шум. Нужно что-то сделать, остановить его. Ладно, эй, ты там, наверху, послушай нас. Твой стук и жуткий долбеж мешает всем. Он мешает твоему соседу Шалуну, прекрати стучать. Мы представители закона, и мы приказываем тебе прекратить шум. Немедленно! Этот тип крепкий орешек. Вы только посмотрите на меня! Теперь вы понимаете? Вы должны усмирить его сейчас же! Эй, ты, птаха наверху, послушай! Какая ужасная птица! Точно! Я предупредил! Капкан, я... Тихо! Гром, что ты делаешь? Гром, ты хочешь нас погубить? Я ничего не слышу. Я тебя не слышу. Я только спросил, чего вы так боитесь? Что происходит? Тихо, Гром. Теперь ты слышишь? Потрясающе. Наверное, он где-то близко. Теперь слышишь этот звук? Теперь ты слышишь? Отлично. Гром наконец-то услышал. Мы пригласили тебя, потому что нам нужен мастер кунг-фу, чтобы поймать его. Поймать кого? Этого тук-тук-тук, разумеется. Эй, ты, тук-тук-тук, хулиган. Хочешь, чтобы я схватил тебя? Он здесь. Какая большая птица. Гром, его необходимо поймать немедленно. Я всегда настигаю свою добычу. Ни о чем не волнуйтесь. Ласка, Капкан, предоставьте это дело мне. Правда? Конечно. Ждите здесь. Гром, ты вернулся? Но почему ты... Гром, что ты собираешься делать? Собираюсь поймать этого шумного соседа. Смотрите. Где же он? Здесь его нет. Сейчас посмотрим. Надо же, как тихо. Он исчез. Я не смог его найти. Ой-ой-ой!
Гром! Твоя добыча тебя провела. У него оригинальный способ нападения. Ты для этой работы не подходишь. Что же нам делать? Даже Гром не может его поймать. Уже полдня прошло. Меня одолевает чувство голода. Капкан, я знаю, у меня идея. И какая у тебя идея? Идем со мной. Ты слишком быстро идешь, Ласка. Быстрее, быстрее. Хорошо, хорошо. Ласка, не волнуйся. На этот раз мы его поймаем. Никто не устоит перед знаменитой лапшой облака. Вы же знаете. Прекрати, капкан, это не для тебя. Отойди на шаг. Но я хочу есть, Ласка. Пора сделать перерыв. Ласка, капкан, быстрее, нужно поднять повыше лапшу над землей. Облако, вот так достаточно? Неплохо, думаю, достаточно. Не волнуйтесь, все обожают лапшу облака. Когда он насытится, мы с ним поболтаем. Никаких проблем не будет. А пока подождем. Пойдемте. Хорошо. Капкан, видишь, я была права, что попросила облако. И где эта противная птица? Прояви терпение. Ребята, смотрите, все идет строго по плану. Он прилетел и хочет съесть лапшу. Что он делает? Облако, капкан, вы это видели? В чем же дело? Видел, но почему он не съел лапшу? Да, взял и улетел. Облако, капкан? Я должна его поймать. Кажется, моя лапша пропала. Какие убытки. Жаль, что я не попробовал лапшу. Давай быстрее, Гро. Шалун, думаешь, получится? Конечно, получится. Мы только скажем ему, что срубим это дерево, и он точно отсюда улетит. Он не ослушается приказа мэра. Эй, ты, крутой! Послушай нас. Мэр Эпсилон сообщил мне, что баньяновое дерево нужно срубить. Прости, но тебе придется уйти, друг. Он улетает! Лети, лети! И чем дальше, тем лучше. И не вздумай возвращаться. Шалун такой благодарный. Пригласил всех нас на ужин. Хочет отблагодарить за то, что мы прогнали эту птицу. Да, Гром, давай быстрее. Иду, иду. Нашествие червяков! Мой дом! Нет! Почему все это происходит со мной? Такая невезуха! Смотри, большая птица вернулась! Вижу! Так значит, ты долбил это дерево, потому что охотился за червяками. А я, глупец, не понял. Баньяновому дереву нужна птица. Великан, больше я тебя не побеспокою. Большое дерево будет нашим общим домом.
Счастливый конец мне нравится.你的厨房狗又留在这里收拾袋子，扬长笑，对牛弹琴一不小心，当你停车，两人开始动作舞蹈，傻的机器人了，沙发的树超快把家变，为了这样。